Огонь седьмых международных спортивных игр «Дети Азии» заканчивает свое шествие по Приморью. Эстафета стартовала от океанариума на Русском острове. Первым из рук хранителей огня факел получил губернатор Приморского края Олег Кожемяка. Олег Николаевич, принимайте факел из рук наших хранителей. Зарядите его своей энергетикой. Добавьте ему сил. Финишировала эстафета на центральной площади Владивостока. Факел несли в том числе художественный руководитель театра имени Горького Ефим Звеняцкий, чемпионы мира по самбо и кудо, а также глава города Константин Шестаков. Константин Шестаков уделяет особое внимание развитию и доступности спортивных секций на базе городских школ. Волнения как такового нет. Как бы понимаю, что факел в том числе в надежных руках, да и мероприятие тоже. Сделаем все для того, чтобы это были лучшие дети Азии из тех, которые проходили когда-либо в России. Эстафета началась в Якутии 24 июня. С тех пор четыре хранителя пламени оберегали символ на протяжении всей эстафеты огня по региону. Огонь по муниципальным образованиям Приморского края пронесли 348 человек. Все факелоносцы говорили об особых чувствах во время эстафеты и называли международные игры «Дети Азии» знаковым событием. Поначалу было волнительно, когда мы ехали в автобусе, потому что мы не знали, что еще, что произойдет. Потом какое пламя у огня, чуть-чуть был мандраж. Но потом, когда вышел, все как-то ушло. И ты, на веселе прибежал с радостью. Всем улыбался, чтобы все было правильно, хорошо. Я уже во Владивостоке 60 лет спортом занимаюсь. Видел многие соревнования, все. Но вот такого крупного масштаба впервые. И это не лукавливает, действительно так, масштабно, интересно, иностранцы. Напомним, международные спортивные игры «Дети Азии» проводятся каждые 4 года. Они впервые были организованы во знаменование столетия современного олимпийского движения в 1996 году. И очень важно, чтобы наши спортсмены все получили хорошие впечатления, чтобы победила, в конечном итоге, дружба. Чтобы, конечно, они проявили волю к победе, чтобы они могли претендовать на медали. Я уверен, что все получат медали. А главная чаша огня будет зажжена на торжественной церемонии открытия игр «Дети Азии» в спорткомплексе «Фетисов-Арена». Анна Дьякова, Денис Фадеев, новости на восьмом.